Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и сегодняшнее мое видео будет о покупках уходовой косметики за декабрь месяц. Их у меня было вообще немного. Вот. Я спешу с вами поделиться, кому интересно, оставайтесь со мной. И первое, что я хочу показать, это подарок мужу на Новый год. Я очень надеюсь, что он не смотрит мои видео. Ну, в принципе, насколько я знаю, он не смотрит, поэтому надеюсь, что он не будет смотреть это видео. И я хочу показать, что я ему подарю на Новый год. Ну, это тоже как бы относится к косметическим средствам, но мне хочется с вами поделиться. Это вот такой вот набор Versace Pure Homme, наверное, так правильно. Вот так вот он упакован. Это у нас набор. Здесь туалетная вода 30 мл и шампунь для тела и волос. Вот такая красивая упаковочка. Я как бы всегда стараюсь дарить ему парфюмы. А вот, всегда вроде угадываю запахом, ему всегда нравится. Вот, видите, такое красивое оформление, вензеля такие здесь, в общем-то, очень симпатичные. Открываем, и вот таким вот образом он упакован. Туалетная водичка и шампунь этот для волос, там, я не знаю. Я хотела сначала Versace Eros заказать, но почитала отзывы, решила взять этот, что это более классический аромат. Вот здесь тут значок. В общем, вот такой наборчик. Я очень надеюсь, что он не смотрит сейчас мое видео и не увидит. Вот. Ой, обалденный аромат. И дальше уже по своей косметике я пройдусь. Дальше я купила еще один себе вот этот вот бальзам «Роскошь» 6 масел от Эльсев. Большой объем здесь, 400 мл, опять уж по скидке. Мне очень нравится этот бальзам, и вообще я как бы не смогла пройти мимо, потому что на самом деле классный бальзам. Шампуня по скидке, к сожалению, не было, поэтому я взяла другой шампунь, тоже Эльсев. У меня уже такой есть, но он у меня еще пока что стоит в запасах. Извиняюсь, я немножко простывшая. Я взяла еще один, тоже 400 мл. Здесь мне нравится, что он вот такой вот с блестками. Я не знаю, мне, наверное, как истинная блондинка, люблю все розовое, люблю что, все, что блестит. Это у нас для длинных и тусклых, и тонких волос. Ну, как раз про мои. Вот. Питание и блеск. Буду пользоваться с удовольствием, тем более, что впереди праздники, можно кому-то подарить, но... В общем, вот. И взяла еще один вот такой шампунь от Шаума. Я уже много раз говорила, что я люблю шампунь Шаума. И вот это один из моих самых любимых в их серии. Это для ломких, секущихся волос. Здесь у нас идет... Что у нас здесь идет? Крем-масло... Ой, крем-уход с маслом орган и питательный крем-шампунь. Я еще брала такой же бальзам, но бальзам мне не понравился. А вот шампунь вообще супер. После него даже можно бальзамом не пользоваться. Здесь у нас тоже большой объем, 380 мл. Взяла как по скидке за 600... Ой, за 600, господи, за 69, что ли, рублей. Дальше дочке взяла вот такое вот детское средство для купания. Все в одном здесь. Сумеречная искорка с экстрактом ромашки, мелиссы и календулы. My Little Pony, она любит поняшек. Мы уже как-то покупали такое средство. В принципе, неплохое. Нам нравится. Затем я взяла вот такой вот гель для душа. Не смогла пройти мимо. Тоже я их в каких-то покупках показывала, по-моему, продуктовых его. Вот. Это новинка от Palmolive или Palmolive, кому как удобно. Роскошь масел, гель для душа с маслом макадамии и экстрактом пиона. Конечно же, я когда увидела, что он с экстрактом пиона, я его схватила. Но пион я здесь вообще не чувствую. Я не знаю, как он раскроется, конечно, на теле. Может быть, на теле я буду ощущать пион. Но вот сейчас пион я вообще не ощущаю. Пахнет тут этими орешками. Макадамией, в общем. Вот это пахнет. Много таких ароматов. И вот пахнет. Так, и вот такой вот гель для душа от Dove. Объятия нежности. Тут масло ши и аромат пряной ванили. Люблю я гели от Dove. Я вообще люблю любые гели для душа. Угу. Запах тоже приятный. Я думала, наподобие этого запах немножечко другой аромат, но тоже классный. Такой он более тяжелый, зимний, мне кажется, такой он. Не то, что как бы свежесть, а такой сладкий ароматик. Ну вот зимой, я думаю, самое то будет пользоваться.
Потом я купила вот такое вот детское мыло в фикс-прайсе с экстрактом ромашки. Я не брала ни разу. Кому-то нравится, кому-то не очень идет. С 0 плюс. В принципе, попробуем. Я не знаю, я ни разу не пробовала, поэтому ничего не могу сказать. Ну, за 51 рубль такой большой объем, мне кажется, вообще здорово. Затем купила вот такую вот пенку для умывания. У меня уже такая была. 100 рецептов красоты – это моя любимая косметика. Все уже знают, уже 100 раз про это, блин, трендело. Вот. Увлажнение с соком алоэ. Очищает и освежает, не сушит кожу. Здесь у нас козье молоко, сок алоэ, виноград, зеленый чай. Вот, поставлю пока в запасике, пока, потому что умывалки у меня всякие разные есть, но я взяла. Дальше, как всегда, зубная паста Сплат, отбеливание плюс, моя любимая. Никогда мимо нее не прохожу, всегда она у меня есть в запасиках. Вот. И последняя покупочка, это вот такой вот кусочек мыла. Я под влиянием YouTube, так же, как и все, начала коллекционировать кусковое мыло. Собирать, как правильно сказать, не знаю. И вот такое мыло я ни разу не видела и решила взять. Lifeline, бразильские фрукты, крем-мыло. Тут физалис и апельсин. Вообще, кстати, ни разу мыло с физалисом не встречала. Но пахнет не очень, честно. Вот через обертку запах не очень какой-то такой резковатый. Я, кстати, честно говоря, не знаю, что пахнет физалис. Ни разу его не кушала, кстати. Может быть, у него и есть такой аромат. Вот. Это были все мои покупочки. Я очень, опять же говорю, надеюсь, что мой муж не будет смотреть это видео. Вот. На этом буду заканчивать. Буду готовить для вас новое видео. Всем пока-пока и до новых встреч!